В очередной раз я приветствую всех любителей классических видеоигр. С вами снова Некрос. И мы продолжаем играть в Streets of Rage 2. Наконец-таки мы с вами нашли логово Мистера Икса. Аллилуйя, господа! Правда, сам Мистер Икс, конечно же, нас будет ждать в своей уютненькой усадьбе. А мы тем временем находимся у подножия, так сказать, этой горы. Индустриальной горы. Потому что действие в данный момент происходит на заводе по производству киборгов. На заднем плане мы можем видеть, как по конвейеру передвигаются запасные части, которые вскоре будут представлять большую опасность городу. Видимо, Мистер Икс решил завоевать город именно с помощью роботов. Но почему-то никаких киборгов я не вижу вокруг. Я вижу только... О, как смачно! Я вижу только все тех же старых добрых панков. Видимо, мы с вами... Ой! Видимо, мы с вами подоспели вовремя. Надо остановить это безумие, пока он еще не наклепал своих машин для убийства. Так, ждем. Мы же сами не дураки, правильно? Ждем, ждем, ждем. Так, тортик. Так. Даже не думай. А я раньше в детстве думал, что это бесконечно будет продолжаться. И пёр как танк вперед. А надо-то всего лишь немножечко терпения. Атак! Обожаю делать эти приемы. Давай. Давай, давай. Давай на трубу. О! Жадность фрая разгубила. Взял трубу, а получил по морде. О! Девочки, девочки. О, жизнь-ка. У нас и так 9 жизней. Прям как у кота. Ну, по сути, жизни у нас на самом деле 10. Просто число 10 здесь не отображается. Для него тупо нету места. Ух ты, как удачно-то прям на захват. Так, сейчас мы его... Ну, давай. Сейчас он нам захват будет делать. О, миллиметра не хватило, милиписечки. Так, мы прошли первый этап этого уровня. И снова лифт. Только на этот раз уже наверх. О. Кстати, очень классный саундтрек. Вот я... Всегда я обожал этот саундтрек. Он такой, знаете, такой в стиле, ну не знаю, такого жесткого техно, что ли. Я не знаю, наверное. Но здесь я точно жизнь потеряю, потому что... Вы видите, да, какие тут отборные просто враги. Просто отборные. Их тут будет много. Они будут толпиться просто. Курица! Спаси меня. Так, вот я сейчас занял очень выгодную позицию. Окей, поднимаемся. Все выше, и выше, и выше. О, я хочу меч. Дай мне меч. Ой. Блин. Дай мне меч. Да что? Дай мне меч. Другой забрал. Ну все, пацаны, сейчас я вас пробью.
хватит. Вот, вот видите, да? На него нельзя с коленками прыгать. Он бессмертным становится. Так, поднимаемся, поднимаемся, поднимаемся. Муай-тай не ничто против меча. Ой-е. Смачно, смачно. Муай-тай не что против меча, зато против меча кулак помогает. Логика... О, на грани фантастики. Все, я потерял жизнь. О, я же обещал, что я потеряю жизнь. Я здесь всегда умирал. На любом, по-моему, уровне сложности. Не, ну на скиллплее разве что я не умирал. Но тут, извините, тут надо, чтобы веселее было. Тем более жизни-то у нас... Сколько? Да фиги... О, еще и этот пришел, приперся. Только его не хватало. Жизни-то у нас много. Мы имеем право умирать. Блин, хорошо, что я во время апперкота частично бессмертен. Забавно и то, что вот он сейчас ножей может наплодить. Вы это видели, да? Аж самим смешно. Ножей-то он может наплодить сколько угодно. Опа. Вот, кстати, странно. Вот первый такой бугай с ножом, он, когда вставал, был бессмертный. То есть мы не могли ни ударить его, ни захват сделать. А этот вот, пожалуйста, соевый. Соя. Хреновый из вас заменитель соя. Так, так. Чё мне не выкинуть? Кто же это? Кто? О, все-таки мистер Икс успел наклепать пару образцов для нас в честь нашего. Да? Я их, знаете, как я их называю? Сковородки. Потому что вы услышите звук удара булавы об мою голову? Это просто как будто бы я сковородкой получил по морде. Ну, тихо. Да и потом, форма у них такая какая-то. А! Я, видимо, еще и вторую жизнь потеряю. Ну ладно, что. Мало того, они еще и взрываются, когда умирают. Тихо. Что такое? Что за подстава? О-о-о, видели, да? Я даже его не тронул. Он просто взял и взорвался. О-е-е! Наказал. Ну вот и все. Сковородки мы погнули. Мы, значит, избавили город от производства этих машин для убийства. Ну и теперь настало время зайти в гости к мистеру Иксу. Но это мы сделаем в следующей серии. А сейчас всем пока!